Невероятные союзники. Автор – Ойлен Хит. Глава 8. Принцесса ночи. Под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Детская песенка. За окнами замка в сгущающейся ночной тьме полыхнула белая вспышка. В холле послышались шаги, двери зала распахнулись, и вошла высокая темно-синяя лошадка с крыльями и длинным прямым рогом. Ее синие глаза и хвост искрились светом звезд. «Принцесса Луна?» Все лошадки вскочили и склонились перед ней. Ирис инстинктивно закрылась плащом, подтянула хвост и прикрыла ноги, увешанные артефактами. Если бы не драконий хвост с накладным прямым рогом и в платке, она могла бы на первый взгляд сойти за высокую единорожку, вроде Флёр де Лис, только более плотного сложения. «Письмо ваше нашли мы сразу после нашего пробуждения и прибыли посмотреть на пришельца странного». Принцесса рявкнула круче, чем матерый фельдфебель, так что Никита Сергеевич инстинктивно зажал уши. Акустика в замке была что надо, как в хорошем концертном зале, что еще более усиливало эффект. «Принцесса, пожалуйста, немного потише», — попросила Эпплджек. «Ох, опять мы перестарались». Принцесса даже слегка смутилась. «Не пугайтесь, мои дорогие подданные». Они успокоились и снова расселись вокруг стола. Принцесса с интересом разглядывала первого секретаря. «Так это тебя подданные наши именовали человеком. Странен вид твой и необычен, на взгляд наш, но не опасен, ибо нет в тебе магии. Кто ты и зачем прибыл в королевство наше?» «Мое имя Никита. Чтобы проще, я правитель большой страны в своем мире. Она называется Советский Союз», — ответил Никита Сергеевич. «Моя должность называется первый секретарь. Правление у нас подобно вашему городу, Сталинград, о котором мне уже тут рассказали. Я оказался в вашем замечательном мире в результате случайной ошибки наших ученых. Мне надо было скорее вернуться обратно или хотя бы послать сообщение в свой мир, чтобы ученые знали, где меня искать». «Вот как? То есть равен ты нам по положению? Хорошо ли приняли тебя подданные наши?» Принцесса прошла вокруг стола и уселась на свободный трон. «Они мне очень помогли, благодарю вас, ваше высочество», — ответил Хрущев. «Сестра наша, принцесса Селестия, могла бы отправить тебя обратно, но она вместе с принцессой Твайлет отбыла сюда еще днем. Почему не обратились вы к ней?» «Ее тут не было, принцесса», — пробормотала Старлайт. «Как не было?» — снова рявкнула принцесса, выходя на режим. «Ух, простите, а Твайлайт Спаркл? Она уехала утренним поездом в Кантерлот, и больше мы ее не видели. Поезда весь день не ходят из-за аварии». «Селестия и Твайлет пропали?» – изумилась принцесса. «Вот это поворот». Она вдруг вскочила, раскинула крылья и взмыла в воздух, зависнув над столом. Ее темно-синий окрас вдруг сменился антрацитово-черным, глаза вспыхнули бирюзовым огнем, и принцесса от души рявкнула своим трубным фельдфебельским голосом. «Узрите же могущество Найтмэр Мун, и да настанет вечная ночь!» Все замерли. Принцесса загоготала демоническим смехом и принялась носиться в воздухе по кругу. Кто-то пискнул. Поток воздуха от ее крыльев смел со стола несколько листов бумаги, они разлетелись по всему залу. Принцесса вернула себе темно-синюю окраску и снова приземлилась на трон. «Да ладно вам, девочки, мы пошутили». «Принцесса Хоховасена, хватит уже таких шуточек», — возмутилась Эпплджек. «Мы тут чуть не описались, это уже не смешно. Что о нас Господь думает?» «Ой, ну ладно, ну простите, не удержалась». Госпожа ночи закрыла мордочку копытцем и захихикала. «Уж очень момент был подходящий». «Не часто вы так шутите, принцесса», — спросил Хрущев. «Я грешным делом тоже люблю потроллить, но не своих же граждан. Противника это сам Бог велел, как говорится». «Потроллить, говорите? Хм, какой интересный термин». Принцесса хихикнула, как расшалившаяся школьница. «Надо запомнить. Нет, правда, Селестия и Твайлет не появлялись?» «Нет, с того момента, как твоя уехала утром, мы их не видели», — ответила Рейрити. «Я бы не пропустила появление принцессы. Окна моего бутика выходят на городскую площадь, а больше тут приземляться и негде. Если бы они телепортировались ко входу в замок, ее бы увидела Старлайт». «Я их не видела». Старлайт все еще дрожала. «Я была в саду вместе с Флаттерша и слышала какой-то хлопок», — вспомнила Эпплджек. «Мы побежали на звук и нашли нашего гостя Никиту. Он упал с Токсена, к счастью». «Простите, а не могло ли получиться так, что принцесса Селестия и Твайлайт Спаркл оказались в вашем мире, когда вы, Никита, попали в наш?»
предположила Старлайт. Ну, не исключено. Хрущев задумчиво почесал лысину. Может быть, увидели они проход в ваш мир и заглянуть решили туда? Задумчиво произнесла ночная принцесса. О, мы придумали. Попробуем мы полететь в ноосферу и послушать сны. Если сумеем мы найти сон Селести или Твайлайт, то сумеем найти их самих. Она встала и тут заметила съежившуюся на соседнем троне Ирис, изо всех сил старавшуюся быть незаметной. Плащ, которым она укрывалась, сполз от ветра, поднятого крыльями принцессы, когда та закатила свое представление. «Какого дискорда? Откуда ты и что делаешь здесь, Демикорн?» «Чё? Принцесса, вы о чем вообще?» – спросила Ирис. «Принцесса, у нее жрок, как у обычного единорога, не кривой, не охованный сталью», – вступилась за нее Эпплджек. «Не притворяйся! Предметы на ногах твоих выдают сущность твою! Ты не залог договора! Кто ты и зачем ты здесь?» Принцесса говорила громко, строго, но угрозы в ее интонации не чувствовалось. Какой залог? Какого еще договора? Принцесса, я знать не знаю ни про какие залоги и договоры». Хрущев видел, что Ирис действительно озадачена. «Договора, заключенного между сестрой нашей Селестии, Аликорнами Стихии, магом Старсверлом Бородатым и вашей богиней Алой Луной, что зовете вы Алым Мастером». Принцесса немного убавила звук. «Как звать тебя, Демикорн?» «Меня зовут Ирис. Не понимаю, какая еще богиня? Что еще за бородатый? Кто все эти пони? Почему ты зовешь меня Демикорн?» Ирис хлопала глазами, не понимая, о чем речь. «Мы называли себя Эквида или Кланами Свободных». «Простите, принцесса, кажется, я знаю, в чем дело», — произнес Хрущев. «Ирис говорила мне, что она была заморожена больше 7000 лет назад. А когда был заключен тот самый договор?» «Позже, намного позже». «А, вот оно что, теперь понятно». Госпожа Ночи начала догадываться, в чем дело. «Название Демикорны было дано их народу Алой Луной, богине, которой они поклонялись. Ежели заснула она до ее появления, то понятно, почему она ничего не знает ни о богине, ни о договоре». «Это из какой же бездны времени ты пришла, Ирис?» – изумилась Старлайт. «Мы ушли в анабиоз задолго до Дискорда». «До правления Дискорда? Ха, ничего себе!» – присвистнула Эпплджек. «Это было в период хаоса», – ответила принцесса Луна. «Сильнейший маг Старой Эквестрии, Старсвер Бородатый, решил собрать всех, кто мог дать отпор Дискорду и силам хаоса, следовавшим за ним. Большинство магов было бессильно против этого противника. Старсвирл вовлек в свой союз Аликорнов Стихий, в том числе нас, двух тогда еще молодых принцесс, пытавшихся защитить народы пони от наступающего хаоса. Но мы нуждались в союзниках, и союзники таковые нашлись. Грозный и мудрый народ Демикорнов, живущих в неприступных подземных крепостях Северных Гор, наследники великого знания, цивилизации, существовавшей до прихода хаоса. Их богоподобная предводительница, Алая Луна, сосредоточила в себе невероятную силу магии и щедро делилась ею со своим народом. Но Демикорны использовали магию не сами по себе, как единороги или аликорны, а посредством множества магических артефактов, вроде тех, что надеты на тебе, Ирис». Богиня народа Демикорнов согласилась выступить против Дискорда и сил хаоса вместе с народами пони. Она поставила лишь одно, очень странное условие – жизнь и безопасность всего одного же ребенка из многих. Мы выполнили это условие, хотя для нашей сестры Селестии оказалось неприятной неожиданностью увидеть эту кобылку в тронном зале дворца в Кантерлоте. Сейчас она – официальный артефактор Эквестрии. Она много путешествует, разыскивая артефакты, сохранившиеся после ее народа. «Хе-хе-сеть!» — обобрял Эпплджек. — «Это сколько ж ей лет? А выглядит как наливное яблочко». «Боевые единицы создавались с расчетом на долгую жизнь», — пояснила Ирис. «Хотя и не были бессмертны». «Слышали мы, что их богиня даровала бессмертие детям своим», — рассказала Луна. «Не умирали они своей смертью, ибо ее магия текла в их телах, но могли пасть в битве. Возможно также, что ее жилище попало под заклинание короля Сомбры и вернулось вместе с Кристальной Империей». «И куда же делся народ Демикорнов?» – спросила Старлайт Глиммер. «И почему в исторических хрониках нет никаких упоминаний о них?» «В борьбе с хаосом погибли многие», – ответила принцесса. «Те, что уцелели, пали позже, когда войска злобного короля Сомбры штурмовали подгорные королевства Демикорнов, чтобы добраться до артефактов, даровавших могущество. Демикорны были великими воинами. Видели мы, аки всего один из них разметал целый отряд боевых магов Сомбры. Два десятка единорогов разлетались и кегли, когда он упал на них с неба. Половина остались лежать мертвыми там, где упали. И им еще повезло, пониже Демикорн разорвал в клочья остальных, кто пытался ему противостоять». «Упал с неба? Они что, летали, как вы или ваши пегасы?» – спросил Хрущев.
«Ты не знал? Твоя новая подруга довольно скрытная, ты не находишь?» Усмехнулась Луна. «Ну, мы только что познакомились, я тоже далеко не все успел рассказать, что хотел», — ответил первый секретарь. «Демикорн, значит. Мне нравится это название». Ирис улыбнулась, но ее узкие вертикальные зрачки смотрели по-прежнему недоверчиво и сосредоточенно. «Наш совет тебе, Демикорн. Мы уважаем память народа Алой, но сестра наша опасается вас, зная, каковы демикорны в бою. Это по ее приказу все упоминания народа вашего удалены из всех исторических хроник», — пояснила принцесса. «Но почему удалены?» — изумилась Старлайт. «Что такого ужасного они натворили?» «На памяти нашей ничего плохого. Напротив, последняя горстка демикорнов героически сражалась с армией Сомбры», — ответила принцесса. «Сокрыты для нас истинные побуждения сестры нашей. Дело, по мнению нашему, в том, что с давних времен по всей Эквестрии сохранилось множество руин древних городов и храмов, в которых попадаются очень опасные артефакты. Десятки авантюристов, вроде известного вам доктора Кабалеро, разыскивают их и продают через многочисленные антикварные лавки, кому попало. Недавний случай с амулетом Аликорна тому подтверждение. Хотя, как мне сообщили, его нейтрализовала и разобрала на части Дикс Дидуо, королевский артефактор, она же залог договора. Полагаем мы, что сестра наша, Селестия, зная, что археологи в первую очередь ищут в библиотеках, укрыть хотела некоторые знания, дабы обезопасить народ наш. Разбираться же с опасными артефактами поручено Ордену Магов, там есть специалисты надлежащего уровня. Артефакты, сделанные Эквирида, не могут быть использованы никем, кроме них, так как делаются индивидуально, с учетом особенностей носителя», — заверила Ирис. «Речь, наверное, о еще более древних предметах, наследии той цивилизации, что существовала до катаклизма». «Так это получается ваше с больной головы на здоровую», — возмутилась Эпплджек. «О временах до Великого Катаклизма упоминаний почти не сохранилось», — пояснила Луна. «Поэтому мы полагаем, сестра и повелела убрать из общего доступа упоминания о демикорнах, чтобы сведения сии не привлекали беспринципных грабителей могил. Иначе катастрофы, подобные той, что произошла 4 года назад в Некрополе на границе с Кристальной Империей, могут повторяться и дальше. Там огромный древний механизм, случайно пробужденный археологами, внезапно заработал и разнес всю долину, хорошо еще не населенную». «Об этом я не слышала. Это случилось до нашего пробуждения», — заметила Ирис. «В общем, я могу понять беспокойство ее высочества Селестии». «Лучше не попадайся на глаза ей, дабы она, испугавшись, не приняла решения, от которых пожалеет и она сама, и многие-многие пони», — посоветовала принцесса. «И куда же мне идти, ваше высочество?» – спросила Ирис. «Я тихо и незаметно работаю на железной дороге, стараясь приносить пользу Эквестрии. Мы хотим просто жить, никому не мешая, делая что-то полезное». «Мы? Сколько вас?» – обеспокоенно спросила Луна. «Ты не одна?» «Нет, нас более 1000», – ответила Ирис. «Что? 1000? 1000 демикорнов?» Принцесса явно не ожидала подобного сюрприза и, похоже, не слишком ему обрадовалась. «Да что такое, принцесса?» – спросила Эпплджек. «Ты не понимаешь, дитя мое, 1000 демикорнов способна пройти всю Эквестрию, завалив страну трупами. Гвардия их не остановит, они пройдут сквозь нее, аки раскаленный нож сквозь масло. 1000». По ее интонациям чувствовалось, что госпожа Ночи была в затруднительном положении. «Принцесса, мы не собираемся ни с кем воевать», – твердо заявила Ирис. «Мы с таким трудом выжили, мы хотим сохранить свой народ. Это было нашей целью. Зачем нам еще одна война?» «Хорошо, ежели так. Но опасаемся мы, что, ежели об этом узнает Селестия...» Принцесса Ночи не договорила, ее даже слегка передернуло. «Мы постараемся ее отговорить, но гарантии я дать не могу. Когда Дикс Дидуо, залог договора, пришла во дворец... Неприятно нам говорить подобное, но сестра наша повела себя недостойно. До сих пор стыдно нам за нее, и ей самой было потом стыдно. С той поры она сделала для себя выводы... Сейчас она ведет себя иначе, спокойнее. Но кто знает, что будет, ежели узнает она о 1000 пробудившихся демикорнов». «Принцесса, дайте нам немного времени, хотя бы 1/2 года», — попросила Ирис. «Мы разбудим остальных спящих и уйдем далеко за границы Эквестрии, туда, где нас никто не знает. Мы не хотим воевать с вами, мы хотим жить». Госпожа Ночи посмотрела на нее долгим взглядом. «Хорошо, мы верим тебе, демикорн. Мы уважаем героическую память народа вашего и вашей богини. Нет речи об изгнании вашем, но сестра наша, узнав о вас, может отреагировать излишне резко. Мы попытаемся уговорить сестру не торопиться с выводами и дать тебе время, ежели будет она нас слушать. Сейчас обещали мы помочь всему достойному властителю вернуться домой, что мы должны передать через сон, какое известие для ваших подданных».
Принцесса внимательно смотрела на первого секретаря. Никита Сергеевич достал бумагу, что написала ему Ирис. «Передайте, пожалуйста, что со мной все в порядке. Сообщите, где я нахожусь. Хорошо бы еще передать вот это». Он нацарапал на листке с нулями и единицами свой цифровой пароль. Поменять его ему ничего не стоило. «Что значит цифр сия? Шифр?» «Да, можно и так сказать». Он вытащил из кармана телефон и показал принцессе. «Это код, записанный внутри этого устройства. Он поможет временно отключить его, чтобы избежать многие большие беды. Возможно, даже войны». «Вот оно что. Хорошо. Мы постараемся найти в потоках ноосферы сон сестры нашей и передать сие послание через нее». Она величественно склонила голову. «Ох, вот ведь напасть. Сестра пропала, теперь еще и вся бумажная волокита, с кое она обычно возится, свалилась на бедную нашу голову. Обычно этой мутью занимается Селестия». «Много бумаг накопилось, так поручить секретарям и министрам разобраться». «То свитки, уже прошедшие все инстанции, предназначенные для высочайшего утверждения», — вздохнула принцесса. «Вот такая стопка в ее кабинете». Она показала копытцам высоту примерно в полметра. «А мы даже не представляем, аки подступиться к оным». «Не сочтите, что лезу не в свое дело, но я опытный бюрократ и имею представление, как организовать работу с документами. Возможно, я мог бы в чем-то помочь вам», — предложил Никита Сергеевич. «Это меньшее, что я могу для вас сделать. Конфиденциальные бумаги можете мне не показывать, обычно их намного меньше, чем остальной рутины. Если вы дадите мне пару секретарей или референтов, чтобы разобраться с вашей письменностью, я мог бы...» «О, это так любезно!» – принцесса просияла. «Мы ничего не понимаем в этой проклятой бюрократии. С удовольствием примем вашу помощь. Будь же нашим гостем завтра утром. На рассвете мы залетим сюда, дабы забрать тебя в Кантерлот. Сейчас же отдохни, ибо день завтрашний будет нелегок». Она вышла из замка. Никита Сергеевич окинул взглядом ночное небо с сияющими россыпами звезд и узким серпиком луны. Облаков не было, лишь в стороне, на небольшой высоте над городом, висел облачный дом Рейнбоу-Дэш. «Красота-то какая!» – вздохнул Хрущев, любуясь чистейшим звездным небом. «О, тебе нравится наша ночь?» – судя по ее тону, принцесса была очень довольна. «Она великолепна. Звезды как бриллианты, рассыпанные по бархату». «Разве в твоем мире ночь не такая же красивая?» – удивилась Аликорн. «У нас в городах звезд не видно из-за городского освещения», – пояснил Никита Сергеевич. «Чтобы разглядеть звезды, нужно отъехать далеко, в сельскую местность. Управлять облаками и погодой мы не умеем, поэтому облака часто закрывают звезды». «Мы понимаем. Приятно встретить друга, что столь высоко ценит красоту ночи», — улыбнулась принцесса. «Увидимся утром». «До завтра, ваше высочество». Принцесса взмахнула крыльями и взвелась в небо, растая в ночной тьме. Первый секретарь вернулся в замок, где Ирис тоже готовилась отправиться в обратный путь. Она продиктовала Никите Сергеевичу радиочастоты. «Мы будем ждать вашего сигнала ежедневно на рассвете, в полдень и на закате в течение часа. Наш позывной будем, скажем, Долина, а ваш?» «Наш? Пусть будет Озеро». «Договорились», — кивнула Ирис. «Ирис...» — Хрущев слегка замялся. «Да». «Я тут подумал, если вдруг окажется, что вашему народу здесь не рады, мы, люди, с удовольствием примем вас у себя. Тем более с вашими знаниями и технологиями». «У-у-у», она заинтересованно взглянула на первого секретаря. «А мы вас не стесним, ведь в скором времени настанет намного больше». «Ирис, дорогая, в нашей стране живет 220 миллионов человек», усмехнулся Никита Сергеевич. «Вы думаете, нам будут лишними 50-100 тысяч умных и смелых демикорнов? Да мы вам отдельный город выделим, если потребуется. Или даже национальную автономию. У нас страна большая, народов в ней живет не одна сотня». «Ух ты! 220 миллионов? Так у вас целая империя?» «Бывшая. Теперь у нас народовластие». «Вот это да. Вы правда нас примете?» «Конечно, правда, даром кормить не станем», — первый секретарь улыбнулся. «У нас правило, кто не работает, тот не ест». «Очень разумное правило», — кивнула Ирис. «Я всеми копытами за. Нет, серьезно, я постараюсь уговорить всех наших. Только вы нас не обманете?» «Сначала мне надо найти способ вернуться домой», — твердо ответил Хрущев. «Если это получится, Советский Союз предоставит вашему народу возможность спокойно жить и работать». «Договорились», — торжествующе ответила Демикорн. «Тогда мне пора. Надо предупредить остальных. Мы пока не станем будить всех, пока ваши ученые не найдут возможность создать устойчивый проход. Поэтому будем ждать вашего сигнала по радио». Старлет предложила ей переночевать в замке, но инженер отказалась. «Завтра мне надо быть на работе, отчитаться о ремонте сегодняшнего паровоза».
Никита Сергеевич и Эпплджек вышли из замка, проводив ее, пока Старлайт и Рерити готовили первому секретарю гостевую комнату. «Теперь я пойду. Как раз успею на ночной поезд. Очень рада была познакомиться с вами». «Я тоже, Ирис. Надеюсь, мы с вами еще увидимся», — ответил Хрущев. «Никто никуда не пойдет», — раздался резкий голос из темноты. «Всем стоять на месте!»